ядовитость выхлопа автомобиля КАМАЗ. Причем из этих 196 ядовитых компонентов 14 наркотики. И человек, который сосет табачный дым, он является табачным наркоманом, наркоманом табачным, по этим наркотикам. И вот он насосался этого наркотика, ходит довольный, веселый. Минут через 30-40 у него из организма начинает очищаться этот наркотик, выходить. И этот процесс, когда у человека начинает выходить из организма наркотик, называется наркотической ломкой. И у табачного наркомана начинается наркотическая табачная ломка. Ему плохо, ему вот что-то не надо, вот ему надо пойти пососать снова этот самый наркотик. Возьмем, вот вы видели, как наркомана, как в кино показывали, видели, как его ломает? Он орет, кричит и все. Как только ему укол делают, он сразу довольный, все. Потому что как только новая порция наркотика в организм попадает, сразу ломка прекращается. Начинается новое наркотическое отравление. Вот давайте возьмем алкогольного наркомана, алкоголика, да? Алкоголик с вечера литр в себя залил. Погулял, отдохнул, покуражился, семью погонял. Утром он просыпается, что с ним? Болеет, лежит, он отравился ядом алкогольным наркотическим. Но алкоголик знает, от чего заболел, тем и лечись. Он знает, у него 50 грамм осталось. Он их только хлоп туда, опохмелил, и тут же выздоровел. Почему? Да потому что у него начал выходить яд, он болеет. Как только новую порцию яда принял, все, сразу раз, началось новое. Так и вы. Но ведь смотрите, алкоголик отравился литром, а вылечился 50 грамм. Вам тоже не надо весь целиком сосать табак-то, вам всего сделать 2-3 вонючих этих доха, попал наркотик, все, и сразу у вас ломка прекращается, даже небольшая доза попадает, и ломка, зато большего отравления не будет. Теперь второй вопрос. В состав табачного дыма 196 ядовитых компонентов. Вы никогда не курили? Вот если дать ей сейчас сосануть, она будет кашлять, глаза на лоб высунуть, правда? А встает вопрос, а почему вы-то не кашляете? Почему у вас глаза на лоб не лезут? А оказывается, человек, который курит, он у себя вот этими ядами убивает во рту вкусовые рецепторы, которые на эти яды реагируют. Но на ваше счастье, в корнях горла вот здесь, у вас остались вкусовые рецепторы, которые не убиты табаком. И вот эти-то рецепторы и дадут мозг сигнал, что да, вот ваш вот этот табак и есть тот самый яд, про который идет речь. Вечером вы будете писать самовнушение, табак, яд, я прекращаю травить себя алкогольным табачным ядом. А с другой стороны, вы сейчас должны попробовать и понять, что этот табак действительно и есть тот самый яд. Как это делается? Значит, как вы будете это делать? Все наберите в рот воздуха. Не в легкий, а в рот. Надуйте щеки. И пожуйте. Как кусок мяса. Отлично. А теперь сделали так. Набрали в рот воздуха, зажали нос, закрыли глаза, запрокинули голову и пожевали. Глаза закрыть, запрокинуть выше голову. Пожевали воздух. Отлично, все. Вот сейчас то же самое вы сделаете с табачным дымом. Вы распалите вот этот, сейчас он уже не сигарета называется, а отравляющий снаряд. Вы подождете, распалите этот отравляющий снаряд и наберете, как в детстве, не в затяжку, полный рот дыма. Не легкий, а рот. Закроете рот, зажмете нос, чтобы дым через нос не выходил. Закроете глаза, запрокинете как можно выше голову и начнете этот дым жевать. 4, 5, 6, 7. И этот дым вы начинаете жевать. Причем жуете его так, чтобы этот дым у вас доходил до корней горла, вот до этих вкусовых рецепторов, вот до сюда доходил. Постепенно проглатывает. Нет, ну не по, то есть чуть-чуть его, чтобы он доходил вот здесь, вот обработал здесь. Потому что вот эти вот чувствуют это яд. Вот именно вот горлом вы почувствуете, что это яд. И вот вы начинаете жевать. Раз, два, три, четыре, считаете про себя живки. 5, 6, 7, 8, 9. Где-то на 9-10 живке резко изменится вкус дыма. Он станет противным, кислым. Вот как окурок в писсуаре лежит 2 дня, вот примерно. Но вы дальше жуете. 11, 12, 13, 15. А потом эту гадость заглотили, выдохнули, прокашлялись. А когда вы начнете жевать этот дым, у вас вот здесь в корнях горла начнет щипать, першить, позыв на кашель. Ну, понятно, вот эти рецепторы, им же неприятно, то, что вы их этим ядом обрабатываете. И таким образом вы сделаете первый вонючий вдох.
Всем раздали по сигарете, у кого есть. Это ваша, я ее ни в рот не брал. Дайте кто-нибудь еще сигарету. Вот есть? Сигареты есть? Ну, дайте вон человеку. Дайте вот им тоже. Им тоже. А у вас-то нет сигарет? Нет, дайте ей тоже чистую сигарету. Пока не берите, ничего не делайте. Ничего не делайте. Дайте вот тоже ей сигарету. Нет, вы вот с нами не занимаетесь, вам нельзя. Вы начали еще кайф какой-нибудь словить. Вот. Итак, все подожгли сигареты, отравляющие снаряды, все подожгли, так? Не курим, затяжку не курим. Так, подожгли. А теперь все набираем полный рот дыма. Рот, не легкий, а рот. Полный рот дыма. Все набрали. Так, рот закрыли, нос зажали, глаза закрыли, запрокинули голову как можно выше и начинаем жевать. Глаза закройте. Вот до сюда, чтоб до горла дошел. Вот до сюда, вот до сюда. Вот до этого места, чтобы у вас доходил, чувствуете. Вот до этого. Нет, зачем же открыли-то? Вот сюда, вот до сюда. Вот. Так, теперь вдохнули эту гадость. Вдохнули ее. Нет, не проглотили. Вдохните, как нормально. Ну, что вы? Вдохните, вот, и выдохните теперь. Так. Так, прокашлялись. Так, отлично. Отлично. Так, есть. Вот вы сделали первый вонючий вдох. Повторили. Набрали опять полный рот дыма. Зажали нос, закрыли глаза и жуем. Жуем и чувствуем. Сильнее запрокиньте голову. И чувствуете, вот он, никотин, аммиак, сероводород, вот до сюда, вот он чтобы шел. Вот до этого места, чтобы он шел, никотин, это гадость. Ничего, жевать надо, но... Вот, нормально. Вот до сюда, вот чтобы он доходил у вас, вот до этих вот мест, вот до сюда. Вот. Чувствуете, да? Так, вдохнули эту гадость. Выдохнули, так, прокашлялись, почувствовали, так, второй сделали вдох вонючий, третий вдох контрольный делаем, ничего страшного, легонько сделайте, набрали, запрокинули, глаза закрыты, главное, жуем, как кусок мяса жуем, подпроглотите его слегка, вот сюда, вот поближе, чтобы у нас подвонили, вот сюда, вот, так, так, вдохнули эту гадость, вдохнули, выдохнули, прокашлялись, так, прокашлялись, вот. А теперь, четвертый раз, вы делаете следующее. Делаете затяжку глубокую, ну, как перед смертью, последний раз. Затянулись на полные легкие, но, когда вы затяжку кончили, вы этот дым не выдыхаете, а мелким кашлем животом выкашляйте. Затянулись и... Ну-ка, давайте. Затянулись как можно глубже и выкашляли эту гадость всю. Затянулись и выкашляли. Изнутри из себя. Отлично. Яду насосались. Притушили аккуратно, не выбрасывать не надо, или вот туда, ведро. И вот сейчас самое главное. Вы берете пачку сигарет, на которые у вас есть. У кого пачка была? У вас? У вас пачку дайте. И самое главное, вы ведете, начинаете вести контроль. На пачке сигарет вы пишете. Дальше. На пачке сигарет вы пишете. Как она тут? Время 21:15. 4 вонючих вдоха. И дальше ходите как простой человек. Курить захотелось, не курите, я запретил курить. Только травиться. Нет, травиться не буду, дай-ка я покажу. А кстати, когда хочется человеку курить, это хороший знак. Это значит, идет очистка организма, табак выходит. Кстати, хочется курить всего 2 дня. Если 2 дня вот это, то яд выходит и все, дальше уже плохо прекращается. Но если уже хочется так, что не можете, вот есть некоторые, не могут бросить, тогда ушли, ото всех спрятались, пожевали, поглотали этот дым, потравились, прокашлялись, да, все, записали на пачки и все. Я говорю, больше 3 дней у меня никто не выдерживал. То есть уже на 3-й день он уже не лезет, уже рвота начинает, ну яд же страшный, как вот ему, любому, дайте сосать. Так и у вас. И в конечном счете. Но самое главное, вечером перед сном писать установку. Табак – яд. Я прекращаю травить себя алкогольным табачным ядом. Трезвость, здоровье, так сказать, и так далее. Понятно?
Все, отравитесь на здоровье. Но только не вздумайте на публике. У меня в Сыктывкаре один утром вышел, полная толпа, остановка народу. Он взял, отошел в сторону. Люди глаза вытаращили, скорая ехала, остановили его, заломали, забрали. Ну, с ума сошел человек, кстати, себя травит этим ехать.